Будьте здоровы. Будьте здоровы. Сереге дают попробовать запах. Это что осталось за кадром? Так, я не знаю, какую взять попробовать. Ну подожди, то есть ты должен вот определить, какой тебе нравится запах, и тогда тогда ты возьмешь. Здесь только 4 вида. Всем привет, Оксана из Алабамы. Сегодня я вас приглашаю на гранд опенинг магазина, в котором продается, так сказать, товары с каннабидиолом. Короче, легальная марихуана. Итак, вперед. Магазин легальной марихуаны. Открытие. Приглашаю вас. Cookies and stuff if you guys want. В честь открытия, смотрите, они организовали напитки, торты. Вот такой торт когда-нибудь пробовали? Это местная фишка. А если вы сладкое едите, это как бы кекс слоеный и продается только в этот период Марди-Гра. Это, видите, значит, тут овощи, чипсы, печеньки. То есть они делаются с разными там добавками, обычно с корицей, и надо там какой-нибудь крем. Но продается именно только в это время, перед Москвой. И видите цвета? It's 0.21%, so there's just a little bit in there, but it's enough that can make you fail a drug test. Понюхали они? Вкусно. Как что, на твой взгляд? Палочки, мед с привкусом корицы. Так, что у нас здесь? Натуральный. По 2,50 они. И поскольку день открытия, все можно купить. I wanted to run it as a credit because I don't remember my pin. I gotta push the button first. Okay. So credit? Yep. Oh wait. С апельсиновым привкусом. То есть это как, по идее, ты потребил ее и расслабился. Итак, сейчас мы начнем говорить о вот этом каннабидиоле. Каннабидиол – один из как минимум 113 каннабиоидов, обнаруженных в конопле. CBD является главным фитоканнабидоидом, его доля в растительном экстракте может достигать 40%. Он не обладает какими-либо психоактивными свойствами, какими обладает тетрагидроканнабиоид. В общем, посмотрите, он может быть и в маслах, которые в рот капают, и которые капают в воду, он может быть в каких-то конфетках, хотела сказать, котлетках. Но считается, что это противовоспалительное средство, что это средство, которое снимает боль и расслабляет. И многие...
многие американцы считают, что вот это вот какая-то вот новая фишка. Смотрите, $25 маленькая коробочка. Вы съели вот такую конфетку, и все, и расслабились. А это вообще сосалки. Засунул в рот, пососал тут. Я так понял, называется Peace Pops. $15 одна конфетка, как чупа-чупс, ты ее сосешь и прям ощутил себя, что ты прям сливаешься в вселенной, типа медитация, да. А вот эти, видите, сладкие мармеладки, они напичканы сахаром и этим каннабидиолом, и вам пытаются их продать как что-то супер-пупер новое, супер-пупер вас расслабляющее и даже лечащее. Хотите верить, хотите нет. А вот за $15, 15, не вру, вот это вот такая бомбочка для ванны, вы себе взяли, бросили ее в ванну, а вот это мыло, оно обязательно должно вас излечить, за $15 вы точно излечитесь от всех своих стрессов и болей. Кстати, вон, видите, мой подписчик из Чикаго, ха-ха, я его тогда в феврале сюда привозила на открытие, просто приколоться. Вот да, вот это вот мед, ну знаете, мед с привкусом винограда. Я себе даже не представляю, сколько химикатов или чего они сюда нафурыкали, насовали. Вот, в общем, каждый выбирает, что он хочет. Каннабидиоил сейчас прям правит Америкой, все эти магазинчики на каждом шагу. И даже дистрибьюторы появились. Были раньше дистрибьюторы товаров Avon и Mary Kay, а теперь сейчас дистрибьюторы вот этого каннабидиоила. Вот смотрите, тут нам сэмпл дали. Я помазала себе руки, у меня они чесаться начали, у меня была аллергическая реакция, почему-то не знаю. Попробовала минбежонка, никакого эффекта, не успокоилась я. Сереге дают попробовать запах. Это что осталось за кадром? Так, я не знаю, какую взять попробовать. Ну подожди, то есть ты должен вот определить, какой тебе нравится запах, и тогда тогда ты возьмешь. Здесь только 4 вида. И здесь, видишь, они стоят $11, одни 11, какая есть которые 9. Какая самая лучшая? What do you think? This is good. This one? Okay, give me please. That would be this. This one. Okay. If you want to smoke it like a joint. You want to smoke it like that? Buy two, get one free? Das Pedanias.